друзья, меня зовут Антон, и это игрушка Dishonored 2, пиратская версия. Давненько я в нее не играл, сейчас вот решил поиграть, потому что игрушка интересная, просто не хватало времени. Итак, сейчас у нас задание найти выход с другой уже бездны. Не с той первой, которая в начале игры нас сопровождала, а с другой бездны. Да, я могу тебя сюда вытянуть, не удивляйся. Чужой давным-давно отметил меня. Я заставила тебя бежать из твоей любимой башни и обратила твоего отца в камень. Бедняжка. Но в детстве мы с милой Джессаминой были близки, и у нас была тайна. А это сестра нашей матери, насколько я помню, которая во второй части пришла и захватила полностью все. Я сплю? А если нет, когда Лиле это удается? Думал, как туда запрыгнуть. Днем мы с Джессаминой играли в башню, а ночью я возвращалась в комнаты слуг к тараканам и жидкой каше. Папа император говорил, что если я буду хорошо себя вести, то на следующий год вырасту и стану принцессой. А однажды Джессамина разбила какую-то дорогущую безделушку, и глава тайной службы застукал нас. Она свалила вину на меня, он отвел меня в беседку и выпорол. Мою мать уволили, и в ту ночь мы оказались на улице, без крыши над головой. Это не я! В таком случае кто? Мы просто играли! Леди Джессамина, ваша версия событий. Далил врет. Она разбила. Хорошо, пошли дальше. Такие вот глюки могут переследовать нас периодически по игре, это я уже понял. И в первой части Dishonored такое было, и вторая не исключение. Джессамина быстро умерла от удара клинком, а моя мать мучилась много недель, когда жирный охранник сломал ей челюсть. Когда мать умерла, они меня выбросили. Я посмотрела на огни башни и поклялась отомстить. Вот я ты отомстила. Я стирала не в борделе, а в свободное время рисовала. Потом Антон Соколов взял меня, скажем, в ученицы. Я была хитра еще до того, как меня отметил чужой. Я пережила множество опасностей. И больше. Моя мать больна, ей нужна помощь. Сдохла твоя мать, пока ты шлялась. Все, девочка, кранты. Что? Нет! Мы тут мертвяков не держим, так что уже выкинули ее прочь. И тебе здесь больше делать нечего. Сложно сказать, правду говорит любезная тетушка или нет. Так, задание «Падший дом». Встретиться с Меган Фостер и Антоном Соколовым. Обсудите, как избавиться от герцога Сокраноса и свергнуть Далилу. Нажмите, чтобы когда начать. Когда я увидела, что сделали с Антоном Соколовым, я хотела причинить боль всем, кто помогал Далиле и герцогу Сирконосу. Соколов тот, кто превратил ворвань в оружие, кто победил чуму. А теперь он едва может говорить. Его руки, писавшие портреты величайших людей нашего времени, трясутся так, что он едва держит ложку. Но когда он заговорит, он назовет мне имя, которое на шаг приблизит меня к герцогу и к самой Далиле. Мне нужно только имя. В предыдущей части я стырил Антона Соколова с механического дома и припер его
обратно же я сюда. С тобой, даже в бездне, но я могу так мало. Мама, это был не сон? Это я виновата в злобе Далилы? Это все ее рук дело, и за это она умрет. Наш выбор меняет мир. Я чувствую, что скоро уйду в Англу. Так, задание выполнил — найти выход из бездны. Обсудить планы с союзниками. Джиндаш хотел, чтобы я помог ему в одном сложном деле. Если бы у нас получилось, часовые солдаты стали бы... Антон, у вас было 3 дня на отдых. Скажите мне, как убить Далилу? Они пытали его. Он весь в синяках. Далила на троне, мой отец пропал, а это Антон Соколов, величайший мыслитель империи. Нет, Эмили, Меган права. Я могу заставить электричество течь из одного конца комнаты в другой, но Далила за пределами моего понимания. Отправляясь на Сирконос, я надеялся забыть о прошлом. Но когда начались убийства, я понял, что не смогу остаться в стороне. К тому времени, когда мы с Меган выяснили, что в убийствах замешан герцог, было уже поздно. Королевский убийца пришел за мной. Они оставили меня в живых ради моих знаний. И я кое-что видел. К Джиндашу часто приходила Брианна Эшвард. Она куратор королевской кунсткамеры? Да. Эшвард столь же одержима оккультными науками, как и Далила. И сейчас она работает над неким устройством под названием Оракул. Вы оба ее совсем не знаете. Эшвард помогает Далиле, а значит, ее следует уничтожить. Кто знает, на что способно это устройство и что задумала сама Эшвард. Так, пошли наверх. Будем выбираться с корабля для того, чтобы чухнуть на берег. Мы возьмем шлюпку. Не хочу без нужды подводить падший дом к берегу. В садах Кирии, рядом с кунсткамерой, есть небольшой док. Я могу доставить вас туда. Ну, в путь. Да, отправляемся. Да, выходим. Королевская кунсткамера. Брианну Эшвард следует устранить. Чем мы и займемся, наверное, в этой серии. Будем пытаться устранять Брианну Эшвард. Поехали. Или поплыли. Или приплыли. У входа в кунсткамеру будут гвардейцы. Внутри что угодно. Эшвард водит дружбу с очень разношерстной компанией. И ее друзья могут оказаться весьма опасными. Ничего страшного. Все пизды получат. Случае, мне хотелось бы узнать, как вы познакомились с Эшвард. Не сомневаюсь. Поверьте, Эшвард очень важна для Далилы. Это подводит нас к другому вопросу. Вы могли бы вывести Эшвард из игры с помощью аббатства Обывателя? Судя по всему, наместник наблюдает за Эшвард из тайного форпоста рядом с королевской кунсткамерой. Загляните сперва туда, вдруг что найдете. И помните, хорошо. Если Эшвард все еще служит Далиле, она очень опасна. Ладно, Меган, до встречи. Так, что тут есть?
я уезжал из Дануэла, то взял с собой пепельницу из раковины хрустака. На память о хороших деньках. Ну зачем покупать дерево в стране, где и не был-то никогда? У леди Шарши есть деньги. Она что захочет, то и получит. Чего? Страшно. Да, вот так. Мне страшно. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, мне в кунсткамеру не нужно. Что-то тут странное. А ну вернись! Прости, Сейчас я покажу тебе, за что мне дали эти шевроны! Потом буду рассказывать. Что? А? Да. Забыл уже все, как катать, как что делать. Мастерской Каламар. Сколько нам еще ждать? Сколько нужно? Нам привезут стойки веретена из сирконского амбера. Я думал, старый герцог запретил вывоз амбера, чтобы его весь не вырубили. За всеми указами не уследишь. Мой клиент хочет перестроить беседку в южном стиле. Не понимаю, когда я уезжал из Дануэла, то... Так, значит, мне надо... как-то... аккуратно пройти, чтобы меня там никто не спалил, да? Да. А они все стоят здесь. Буду действовать тогда по стелсу. Все, в открытую я тогда попёрся. Глянем в замочную скважину. Так. Надо думать о службе, а не о поцелуях. О поцелуях. Так. Так, так, так. Может, там что-то сверху есть. Одну ночь провел в борделе, одну ночь. А теперь вон нос сваливается. Стражи. Там кто-то есть? Тут стража. Иди сюда. Иди сюда. Фух. Вот зараза. Это было с перепугу, блин. Так, окей. Ага, то есть они открыли тут дверь. Так, это инструкция, медная проволока.
Хорошо, но все же. Как мне? Ага. А? Отлично. Этот парень готов. Бриан Эш. Сведения есть. Куратор королевской кунсткамеры. По-моему, Эш. Эшфорд как-то связан с оккультистами из Карнаки. Происходит нечто, чего я никак не могу понять. Смотрители, лицо хватного. Но наши сестры из Ордена Оракулов не менее важны. Буду говорить прямо. С ними происходит что-то чрезвычайно странное. Характер их предсказаний неуловимо меняется. Кроме того, я вижу незначительное, но неприятное отклонение от традиции. Впрочем, стоит не упомянуть о чем-то подобном на публике. Мои соперники тоже меня умеют найти общий язык с начальством. Что это Эшвард проникла в Орден Оракулов? Наместник Бирн считает, что Эшвард лезет в дела Ордена Оракулов. Если это действительно так, это еще одна причина для ее устранения. Так, тут вроде все лутанул. Это что? Граната? Что это было? Сука, там засада была, ёб твою мать. Что тут происходит? У нас потери! Зараза! О, ничего тут уже не сделаешь. Кого-то убили! Не я нравится поищу. Мне это. Посмотрим. Надо осмотреться. Здесь что-то не то. Так, я надеюсь, это стража, которая охраняет вход. Туда, куда мне надо. Я надеюсь, это они. Интересно, кто это был? Нечего тебе туда! Не дайте ей убежать! Чего ждешь? Сука, нет! А ну вернись! Есть контакт, хорошо. Твою мать, блядь! Вот не имется жим, ну. Так, вроде все. Это что? О, арбалетный болт, это хорошо. Так, что еще у нас есть тут? Зажигательный болт, стенающий болт, притяжение, двойник, темное зрение. Усыпляющий. Окей. Так, стражник там раз. Гори в аду, курва. Хорошо. Ключ от внутреннего двора. Хорошо.
Даже если придет. Я не дам ей убежать. Ох, нихуя. Послушаем. Так, давай с контрольной точки. Ох, ни хрена себе, меня там встретили. Итак, попытка номер два. Нет, да ну. Гори в аду. Далеко не убежишь. И ты гори в аду. Фух, отлично. Потому что вот эта херь может как-то не особо сыграть на руку, потому что с ними валиться — это просто капец какой-то. Это я уже знаю и так. Поэтому буду действовать скрытно. Благо у меня есть чем воевать, чем стрелять, чем хилиться. Стрелять я... Что случилось с Перлтон и Колберсом? По-моему, они сбежали. Как любовь раз... Любовь в них, наверное. И не хочу. Нет, она пропала. Ку-ку. И ты, ку-ку. Так, тут минус. Все, есть, хорошо. Нихуя себе. Сказал я себе, а шо ж тут так жестко-то, а? Итак, новый амулет. Ваша скорость, ходьба и бег. Большие и легкие. Везучий убийца. Ваши арбалетные болты наносят больше урона. Отлично. Плавание. Поражает большой радиус. Где же эти большую? Это под водой. Так. Хорошо. Да, тут веселье было. Походу 100%. По-другому никак. Карната моя, мои братья и сестры, все те, кто приводит в движение маховики великого города. Маме говорит герцог, ну и сами поняли. На троне в Дануэле теперь законная императрица. Заперто изнутри, хорошо. Гори в аду. Сука, ты в порядке? И ты гори в аду. До последней капли крови. И не важно, сколькими людьми мне придется. Так, хорошо. Надо бы на как бы это пообходить. Ага. Все, я понял, это я спустился сюда. Эшвард где-то в королевской кунсткамере. Так. Как бы так еще не попасться на глаза этим выблядкам. Ага. Так, это я этих тут сжег. Хорошо. Гори. И ты гори.
Так. Пока все хорошо. Ай, сука, ты в порядке? Вах. Это было хорош. Так, а во второй дне. Пошел в жопу. О, монтажный инструмент. Что это было? Никуда ты не денешься. Да блять, ну нахер. Потом я буду со смехом вспоминать. Сейчас буду. Не уйдешь. Все? Успокоились. Ладно. Тут по-любому есть обходной путь, чтобы не лезть на рожон, это 100%. Бабах. И крысы подохли все нахер. Да ладно, блин, ну. Смотри, все только заперто. Понятно. Эта хрень работает еще. Ох, ни хрена. Вау. Обомлеть можно. Она, походу, не горит. Нужно понять, почему Далила не умерла, когда ей пронзили сердце клинком. Так. Новый амулет. Вот, исцеляющее мерцание. Темное зрение восстанавливает здоровье. Окей. Что у меня тут еще есть? Оглушающая мина. Притяжение. Болт. Так, ладно. Ключ от архива. Окей, как мне отсюда нахер выйти? А, ёпта. Ой. Сука. Это ж тут это... Хрень!
посоздавали мутантов всяких. Так. Крупные осы. Значит, где-то тут должно быть гнездо. А где ж тут гнездо может быть? Где тут гнездо? Тут закрыто, а вот тут открыто. Вся эта вонь, шум, они так раздражают. Но почему все это отпугивает зева? Госпожа не против. Так что изволь с этим мириться. Горите, сука, в аду. Так. Ага, вот оно. Гнездо. Смотри, сколько их тут. Черепаха-робот. Прикольно. Так, ну, в принципе, я мог обойти, да? Не, ну, я там... Думаю, нормально все сделал, потому что я сверху по стелсу перебил всю эту братву ихнюю. Ага. Вот откуда тут эти суки еще. Так, надо взять сердце, потому что тут находится где-то руна. Вот она. Отлично. Так, новое умение. У меня открылось новое умение. Чё это такое? Блок позволяет отражать пролетающие у вас снаряды, да? Давай, стратегические советы, отбивать, да, притяжение, не хватает. Возможно, дневник Эшвард объяснит, почему Далилу нельзя убить. Ее магия развеялась, и ведьмы разбежались. Я начала новую... Слышала ее шепот из бездны. Она вела меня к герцогу. Мы вместе вернули ведьмы. Дарью в этот мир. Это ведьмы. Стилтона 3 года назад мы изменили всю империю. Которых сначала можно, в принципе, и не убить. Прежде почувствовали, что магия возвращается. Итак, все равно, наверное, я пойду в Оракул. 5 эти собачки, сука. На-на-на-на-на-на-на. Хилимся. Хорош. Твою мать, блядь.
череп надо разбить. Фух! Боже, как хорошо то, что я в свое время насобирал куча-куча хилок. Это вот прям не может не радовать. Красавчик какой. Так, гранаты, патроны. Это все у меня есть. Еще красавчик. Да, блять, это реальная кунсткамера. Как бы мне так на второй этаж подняться? Походу никак, да? Либо только на лифте надо было ехать. А не, все есть. Ого. Хрена себе. Как хорошо, что я выстрелил туда. Какие совы огромные, сдуреть. Джиндыш был занудой. Как это вообще работает? Лопни, моя селезенка. Блять, одни ведьмы, ну. Не нравится мне вообще. Ага, с ведьмами. Кажется, это важная штука. Интересно, зачем она? Где мне их взять? Эти линзы. Блять, сколько их тут, а?
руку. Это она была, да? Вот это Эшвард. Да ёб твою, я что, сука, череп не уничтожил. Иди нахер. Встретиться с Меган. Ты не спрячешься ёб от ты. Меня, Эми. Что, воробушек, наконец-то летаешь на свободе? Брианна Эшвард мертва. Жестокая девчонка, как ты могла? Ты всю жизнь провела во дворцах. Ты никогда не поймешь, кем она была для меня. И все украденное тобой? Все погубленные жизни? Все с самого начала должно было быть моим. Все пошло не так. Но не переживай. Я все исправлю. Верни мне мою... Ты все исправишь. Окей. Никто и не сомневался. Так. Ключ я забрал. Что тут у тебя есть еще? Горите в аду, суки. Оп. Так. Так, отсюда я пришел. Ой-ой-ой-ой-ой, это я упал больно. А мне нужно вот туда. Вот туда, только в обход. Итак, чтобы не лезть на рожон... Я пошел в обходной путь, пока вспомнил, короче, куда и как, но вспомнил. Я спускаюсь. Да, да, все верно. Спускаюсь в док. По делам тебе. Ты что? Думаешь, ты тут лучше, пока не поздно? Братан. Стража! Люди! Вообще озверели, твари. Все, наше подружание мертва. Значит, сделано. Да. Эшвард нам больше не помешает. Отлично. Но это еще не все. Когда я жила в Дануэле, я занималась делами, за которые мне до сих пор стыдно. Это ведь нужно для гражданства? Я серьезно. Я знала Далилу и Эшвард. Купилась на их бредни. Влипла в это дерьмо по уши. Если честно, до начала этой истории я думала, что Далилы уже нет в живых. Не хочу вдаваться в подробности, но вам стоит знать, в моей жизни были моменты, о которых я сожалею. Да, идем. Да, отправляемся на падший дом. Давай. Еще один шаг. Итак, друзья, это было прохождение одной миссии. С вами был Антон, это была игрушка Dishonored 2. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.